В итальянском Кастельфидардо завершился традиционный 43-й международный конкурс баянистов и аккордеонистов. Он собрал сотни лучших музыкантов мира. Главная награда – первая премия в номинации «Классика юниор» присуждена казахстанцу Абылайхану Абайулы, а в номинации «Виртуоз юниор» второе место занял студент 4-го курса Казалардинского музыкального колледжа имени Казангапа. Сейчас молодой баянист готовится к другому престижному конкурсу, который пройдет во Франции. Было очень сложно. Я волновался, потому что в состязаниях такого уровня принимал участие впервые. Готовился очень долго и упорно. В моем репертуаре, помимо прочих произведений, был и Кюй Курмангазы Босхангыр. Очень рад, что оправдал доверие своих преподавателей и своей страны. Эти конкурсы, они очень популярны и проходят они на высоком уровне. Мы участвовали в разных номинациях, в разных категориях. Мы представляли культуру и музыкальный уровень нашей страны.